Да тут не так, вот мы его дома. Пиши, я на работу піти. Вот такая тут у нас пиздюлинка прилетела. Походу сворачивается моя работка, иду до дома. Блядь. Не-не-не. Все, до побачення. Я ебал. Ебать. Вот так вот. Доброе утро. Давай я с папиного потом. Ебануться. Говори, вот это сколько ж у нее, ну, длина какая-то. Это там во дворе, это вот на механизаторской. На механизаторской. Дом, солнце 24. Снимаю. Вот оно. Это дети говорят. Не стреляю по мирным гражданам. Твари, блядь. Снимаю. Вот она. Ракетка, блядь. А вот он мой дом, где я живу, девятиэтажка, блядь. Это ряд. Ребята, только что попали в обстрел, блядь. Вон, блядь, прилетело, нахуй. Просто пиздец, блядь. Ебануться, блядь. Пустышки, блядь, прилетели. Ну, блядь, страшно, блядь, до стрелочки, блядь. Эта херня прилетела в Мелитополь. В частный сектор. Посекло осколками. Возле товаров для дома, скажите. Возле товаров для дома, улица Коминтерна. Посекло осколками кучу домов. Так, все. Вся улица. وأيضا في بلدة حاس هذا الصاروخ هو عبارة عن قنبلة موقوتة حاليا فرق الدفاع المدني قامت بتأمين المكان ريثما تأتي فرق الهندسة من أجل تأمين المكان أو استخراج هذا الصاروخ في الحقيقة يعني أنا شخصيا لم أرى Снаряды к нам прилетают, когда прицеливаются. Нет, ну, вот такие бабла. Они ссы, блядь, Лёха, тут ты сильно храбрый. Да не ссы ты, блядь. Баба! Смотри, блядь. Да, дырка там, там дырка. Я там, блядь. Ты под сердце, сука, не пашу. Ты шо нахуй?
Охренеть.